От перестройки до нашего времени мультимедийный парк «Россия. Моя история» привез из Владивостока в Фокино целую выставку. На площадке Дома офицеров флота визуализировали множество интересных фактов. Каждый из них ближе знакомит с историей становления современной России. Выставка, конечно, оказывает огромное впечатление. Очень приятно, что у жителей города нашего есть такая возможность. Не нужно ехать в Владивосток, где люди уже видели не одну такую выставку, да, работу музея «Россия. Моя история». И очень приятно, что здесь сегодня присутствует подрастающее поколение. Выставка о новейшей истории России проходит в формате визуальной экскурсии. Здесь использовали видеоинфографику, анимацию, 3D-моделирование и цифровые реконструкции. Такое инновационное решение привлекает множество не только любителей истории, но и тех, кто только начал свое знакомство с этим предметом. Мероприятие действительно хорошее, потому что года 90-х – это тяжелые года, они сложные. Понять очень трудно, потому что неразбериха и развал. С другой стороны накладывание, с другой стороны мероприятие стоящее. Тут очень интересно, можно узнать много нового. Можно узнать про историю России, про то, что не рассказывают в школе. Такая поездка для парка не первая. «Россия. Моя история» уже показывал другие свои мультимедийные выставки Приморскому краю. Тему «Новейшая история России» ждали долго. И эта визуальная экскурсия свершилась. Ее посетителями стали уже более 300 человек.